Сегодня у нас 17 октября. Это Ползунова 6, город Барнаул. Вот. Здесь вот мы решили, нам позвонили сестры и сказали, чтобы мы закрыли сегодня виноград. О, Надежда Васильевна. Присоединяйтесь. Ну вон, виноград сейчас закроем. Ага. Что-то Игнатьевич тут делает. Игнатьевич, вы что-то понимаете в этом, да? В винограде-то? Чем виноград-то? Я понимаю, как. Вот когда Лихо, этот Освальд застрелил, как предполагаемого-то. Ну, не Ли, а его именно застрелил там этот, который стрелял его, как убийцу-то. Я сказал, ты за чего сделал? Он говорит, президента люблю. А когда сестру спросили, он говорит, президента любит только на ассигнациях. Вот и я тоже. Я ничего не соображаю, но у меня есть одно качество. И это качество стоит, я думаю, рассмотреть. Я учился в школе, а петь-то не умею. И однажды мне по пению учительница пятерку поставила. Я по сей день помню, она поставила 5, это тебе, говорит, за то, что ты молчал. То есть я не мешал, сидел тихо и слушал, как другие поют. Но когда я на поле, я пел. Есть такой Иоанн Кукузель, это тоже в списке святых. У него был такой голос, он еще, видимо, юноша был, пел, что коровы переставали есть, заслушивались. И его услышали монахи, императору рассказали, его забрали там. Вот. Я тоже, когда пел, коровы переставали есть, они не знали, куда бежать от меня. Так вот здесь. Мое качество такое, я ничего не понимаю. Я виноград люблю только в тарелке. Ну вот сколько вот тут есть. Ну, натянуть проволочки, это я мог. Еще раз стал развязывать. Вот эти вот веревочки-то. Я их путал. А потом, как Александр Македонский пошел, нож взял, натащил его и все разрезал. Гордиев узел. Перепутано все. Но они вот так вот идут. Вот я вчера крутил, вытащил сюда, положил, а дальше... А одному неудобно, надо придавливать. Ну, я тебе сказал, сказали, погода меняется, и тогда по снегу как-то неудобно будет. Абсолютно ничего не понимаю. Почему? У нас винограда в деревне не было. Ни у кого. А тут виноград. И нынче, правда, цветы-то помёрзли, и поэтому ничего и нету. Но я все-таки вчера нашел в одном месте. Тут зеленый и черный виноград. Несколько ягодок. Они где-то вот здесь вот прилипли и замотнулись как-то под листьями-то. Вкусно. Если бы мы понимали что-то, а земли много, вот перед скворечником, я одно время думал выкопать траншею там, это можно было сделать, но не соображаешь, и надо смотреть, и утром весной приезжать рано, и махнул рукой. Вот мыши съели яблони, вот одна осталась только, вот это вот, а их было тут 3 яблони, мыши съели за зиму. Ну и что, я посмотрел, сколько возни, ухаживать там, опрыскивать. Лучше пойти килограмм яблок купить или пойти вот такую вот ранетку съесть. Так что вот сегодня, что мы? Вчера я его сложил, теперь палочки эти вокруг, теперь накрывать этим. Это я уже знаю, я уже не один год это делал. Я пошел в воскресенье здесь и спрашиваю, что дальше-то делать? Александра Михайловна Гончарук тут больше занимается-то. И она говорит, надо убирать. Я говорю, не рано? Нет, надо убирать, а то там дальше снег будет. Все. Я говорю, у меня положительное качество, что я не понимаю, не мешаюсь. Я принял к исполнению, думаю, а это не трудно, я сделаю. Вот так вот. Вот так вот вокруг. А потом досками, а потом снег. Вот она рваная, ну. Ну, ясно дело, что. Вот она рваная. Вот. Сегодня мне позвонил Игорь Добунов, он позвонил Володе Пащенко, вот он снимает, что в московском комсомольце, наверное, на Алтае, появилась статья про меня и про Калинина. Я говорю, что они там говорят? Ну, пока не знают. А как раз вот отсюда, видать, это, вон, трубы стоят, где трубы.
Это бывший краевой суд. Суд. Меня в 86 году здесь осудили, отправили по этапу. А сейчас здесь музей истории и искусства, еще что-то такое. И там Марина Геннадьевна Дыбунова, жена Игоря Владимировича Дыбунова, она тут работает, я не знаю, то ли секретарь, то ли кто. Секретарь, да. Она грамотная такая, стихи пишет, и ну, литературный у ней талант есть. И, видимо, это все, тем более она добросовестная. Вот она тут и есть. И она, говорит, на работе посмотрит, о чем. Калинина, этот, который лидер, назвали его лидером христианского государства, Святая Русь. Вот они о Матильду, гореть за Матильду, и стали поджигать, стали угрожать кинотеатрам. Ну и там разные отзывы-то. А я его не встречал. О, сорока с куском хлеба летит. Нашла где-то. Вот. И на меня на него, сейчас не помню, кто на него вывел. Он, дескать, обмирал, клиническая смерть, чтобы я поговорил с ним. А он, вроде бы, и бороды никакой не было. Я поговорил с ним. Я не могу объяснить, как, но я сразу понял, обманщик, лжец. И у него буквально, как говорится, фонтанирует тщеславие. Вот он его там по баптистам везде тащит, а баптистам лишь бы песни петь. Они Писание совсем не знают. И он такой есть. Я стал говорить, он Писание не знает. Я гляжу, как сжатые губы у него, как, что недавно один вышел какой-то психолог и говорит, это как он поднимает глаз, все это жестокий, может быть, даже с наклонностями садиста. Я ему это все и сказал в первую встречу. Я говорю, ты никому не еврей, там обмирал, то другое, если это было. У тебя все не такое, как у Феодоры Цареградской. Ты врешь. Где работаешь? Нигде. Иди работай в шахту. Иди в колхозе работай. Нигде не работает. А у баптиста встречаются, накормят. А я и позиционируюсь, я православный. Я говорю, зачем православным? Креста не носишь, поста не соблюдаешь. Ничего ты не знаешь совершенно. Православие... Но прилепился, так выгодно признать. А у нас из православных один пришел, а сейчас такая окладистая борода, и он лидер. Это его избрали, согласно сионских протоколов. Такого избирают, чтобы за ним что-то числилось. И в один момент его можно сместить. Я это все сказал, когда увидел, что он там есть. Сказал сразу, ролик даже составленный, этой Матильде. Я говорю, за ним что-то есть. Обязательно, страшное такое, чтобы один махом смести. Вдруг сейчас... публикует. Оказывается, он судим был за убийство. 8,5 лет отсидел. Он сидел с наркоманами, проболтался им, говорил, мама с одной женщиной дружит, она коммерсантша, и у ней денег куры не клюют. Но они пришли к ней, наркоман, он показал, где... Она не открыла. А они свет тогда выключили, чтобы она в коридор-то, что там? Она не открыла. Но его она знала. А он в это время выглянул, прямо рядом где-то, видно, жили-то. И они ему говорят, ты сейчас ей скажи, она тебе откроет. И она открыла, они бросились на нее, замыслили так, что они его ударят, собьют, и как будто он ни при чем совсем. Но сценарий другой был. Они не выдержали, и вместе с ним на нее связали, рот заклеили ей, давай деньги тряси. А потом ее задушили, убили. Им по 12 лет дали двое, два наркомана. И он тоже, видать, такой же был. Это такого они избрали, лидер российское христианство. Я сразу сказал, христианское государство не было, никогда и быть не может. Христос не князь мира сего, князь мира ты дьявол. Он говорит, падший, поклонись мне, отдам, и будешь лидер. Вот откуда кто идет-то это, кто ведет на это дело-то. И Святая Русь, Святая Русь обольщение, никогда она не была святая. Она действительно была, для меня самая отрицательная личность за мировую историю Ульянов. Но тут он сказал правильно, Россия – международный жандарм. У него есть выражение такое, наша радость от трудовых успехов. Ну, а как я всю жизнь горбачусь на стройке, мне это нравилось. Большой процент, чистое качество, тебя уважают. И я попутно все всегда говорю. И вот здесь этот Александр. Маленько погодя, они начали жечь, угрожать кинотеатры, кто будет показывать, сожжем. Ну, явное дело, что это опорочить православие. Сейчас волна идет, опорочить православие. Но от него, конечно, ни один священник, никто это не одобрит. Думаю так. Хотя очень близко к тому, что сейчас делают. Там и казаки, и все могут за него быть. Как он, за царя? Да царь в своем месте. Убийцев нет, Матильда умерла. Ну, что дальше-то, зачем? А это специальный фильм, этот Алексей, учитель, фамилия учитель. Это когда они...
задумали все, это просчитано было. И кто это делал, я там все сказал. Кто? Ну, кто готовит пришествие Машиаха. У них это все есть, потому что православие имеет какой-то еще оттенок благоговения или уважения. Разрушить. Машиах один должен быть. Не 20 царя, а искупителя. Как профессор Осипов говорит, если антихристу должно прийти, его должны принять, то в первую очередь православное, потому что царство бы искупитель. Какой искупитель Христос? Я говорю, он лукавит. Он не говорит, что такими ты их сделал. Добрый. Ладно. А? Ну вот сегодня мне известно такое. Ну я понял, понял. Ну я тоже вчера об этом думал. Да. Угу. Да, понял. Что я не понимаю в винограде. Угу. Люблю, говорит, его только. Каждый год нам присылали в деревне. Что-то оно еще не было. Угу. Замерз. Ну это можно даже вдвое потом положить. Дело в том, что я задержусь тут, видишь, виноград надо немножко задержусь. Да-да, я здесь еще. Давай, помогай мне. Ага. Давай, давай, давай. Ну все. Слава Христу.